Здравствуйте, дорогие товарищи. Сегодня мы рассмотрим положение стран. На сегодняшний момент я тут создал три таблицы. Долговые, резервы, ВВП. Как мы видим, это таблица долгов стран. Россия находится на 25-м месте. 514,4 миллиарда долларов долг. Далее в основном в этот список вошли европейские страны. Основными должниками являются европейские страны. Такая маленькая страна, как Люксембург, с размером долга 2 триллиона, имеет такой же долг, как Испания, Нидерланды, Италия, даже Япония. Пятерку основных должников составляют Германия, 5,6. Франция, такой же. Великобритания, в два раза больше. Соединенные Штаты и Европейский Союз. На Европейский Союз можно уделить особое внимание, о чем речь пойдет дальше. Следующая таблица – это таблица стран с резервами. Как видно, здесь появляются новые страны, такие как Иран, Турция, Малайзия, Индонезия, Мексика. Таиланд, Алжир. У Германии 216 миллиардов. У Сингапура больше, у Гонконга большой резерв, Южная Корея, Индия, разумеется, Бразилия. Пятерку составляют Тайвань, Россия, Саудовская Аравия. Путин заявляет, что мы находимся на третьем месте по объему резервов. Видать, у него есть данные, потому что мы обошли Саудовскую Аравию, но уступаем китайцам и японцам. США вообще не вошла в эту таблицу, потому что у нее очень маленький резерв. На втором месте Япония, ну и Китай. Что интересно, здесь в этой таблице резервов нету Европейского Союза. То есть у них долги есть, а вот резервов нету. Мало того, что страны-члены Евросоюза, каждая по отдельности должна, еще и в целом Евросоюз должен. А вот резервов общих у Евросоюза нету. То есть долги берет Евросоюз как общий дом, а резервы страны Евросоюза не выделяют. Следующая таблица у нас посвящена внутреннему валовому продукту. Здесь ситуация складывается таким образом, что ведущие европейские страны относительно развиты. Россия находится на 6-м месте, и всего триллиона не хватает для того, чтобы войти в пятерку. На 5-м месте Германия. Не
хватает всего 700 миллиардов. Вот. И я думаю, что в течение 10 лет это возможно, что Россия обойдет Германию. А вот до Японии это можно дважды увеличивать внутренний валовый продукт. Такие страны, как Индия и Китай, я не беру в сравнении с Россией, потому что население огромное, и больше населения, в принципе, размер ВВП почти одинаковый. Самая крупная экономика это Соединенные Штаты Америки. 15 триллионов долларов. Тут оказалась ситуация, что Европейский Союз как мыльный пузырь. Есть долги, нету резервов. И Германия основной донор Евросоюза противится выпуску единых объединенных европейских облигаций. Она боится того, что эти облигации могут скупить такие страны, как Китай, Индия. И Германия потеряет доминирующее положение в Европе. Суть этих таблиц, которые созданы, в том, чтобы произвести простые подсчеты и разобраться в том, что происходит в мире. Из долгов просто отнимаются резервы и внутренний валовый продукт. И образуется следующая картина. Среди стран, которые находятся в удручающем положении, все европейские страны, включая такие страны, которые сейчас переживают кризис, как Греция, Испания, Италия, еще Франция и Германия, ну и основной должник на европейском континенте и вообще во всем мире, это Великобритания. С огромным долгом 9 триллионов с лишним долларов. Среди тех стран, которые находятся в хорошем положении, очень много стран, которые не входят в Евросоюз, да, и вообще их нету. Нету тех стран, которые из Евросоюза. А есть страны, которые из Тихоокеанского региона, из Латинской Америки, Мексика, Бразилия, США на плаву. Но она очень в низком положении в этой таблице. У США плюсовой баланс. Вот Россия занимает в этой таблице почетное третье место. С чем я вас и поздравляю.